Muy glas. Sabes le siempre gusta. Nunca sin nada. Tiens, des bons pensées noires. On se voit sur un nouvel épisode à 17.
Bota e muzikës në videotekën Hollywood. Një kamë gjerë materialesh audiovizive në dispozicionin tuaj vetëm nga Hollywood. Shërbime të ndryshme, shumë fishime kasetash, shumë fishime DVD, konvertime nga VHS në DVD dhe anasjeltas, si ditë huaja me përgjedi si pas preferencëve të klientëve. Hollywood, për kënaqësinë dhe lezetin tuaj, ofron me qira filmat e bukur në VHS e DVD, me çmime dhe afate të arsyeshme. Hollywood, dhe surprizat të të shoqërojnë në çdo prerje tuaj. Hollywood, ritmi i qytetit tonë. Adresa, rruga 13 dhjetori, pranë bashkisë, shkollë. Однажды на Луне родился необычный малыш. И когда девочка выключила свет и легла спать, Вита бесшумно слетела. Пришло время перестановлевать шипов. И она крыла крыльна. Ладно, я домой. Ну нахер. Холодно стало. Пол здесь неровный. Здравствуйте, меня зовут Максим из компании Reflame. Кем же ты собираешься стать? Я когда вырасту, хочу спиться и умереть от пьянки. К тому же, хорошего урожая в городе не вырастешь, а здесь просто благодать для моих посевов. Слушай, объясни-ка еще раз. Я педофил. Медведь! Малыш! Она тебя сожрет! Беги, малыш! Позвался наш младшенький. Не смеет трахать Лизу, противный медведь! Just don't fucking shoot me! Любимый брат. Ну когда дрочил просто. Сирись, случилось то, вот, чего все оба начались. Воза решила приготовить паялку. Сегодня Гена будет ставить химические, нетипические, генские опыты. Камеру вору. Генка, ЧП, где мой паяльник? Он у тебя в жопе. Ха, точно, спасибо, что напомнил. Гена, можешь мне сделать пар? Хоть хитро нахилой. О, а это идея. Как смешно. Например, измажем Генку спиртом. Представляешь, просыпается он утром и видит, что он кончился. Знаешь, что такое секс? Нет. Ох, я устал. И я подумал. Тебе думать еще рано. Дракула такой злой, потому что его никто не любит. И мне стало его жалко. Тогда я вызвал его и звал, и он его не устал. И он кончил. Иногда граф просто прилетает и улетает. Граф дудка для льва. А Гена-то наш убился. Как? Вот так. Ей не нравишься ты. Мы-то таких как-то не любим. И шоколад нарцас, и лимонад нарцас. Малыш, шиш. Ты заебал, ты зачем на пол кончаешь? Это угощение для домового. Для любовца. Пойду-ка плесну молочка нашему домовому. Подожди, я с тобой. Поебись, домовым. Я вот его угостил, так он накачанный. Все. Хватит, вы помните, нет смысла. Гена, ты где?
Я закладку нашел! Это круг ничего не напоминает? Нет. Твой папа самый сись, самый смимс и самый отважный мегасус вселенной. Папа ведь сус, ему все нипочем. Малыш, я пошутил. Пошутил? Значит так, чтобы такого безобразия больше не повторилось, я объявляю запрет на перки на 2 недели. Элели! Вот. 2 недели? Сколько нет? В школе Зелель в племени Сюд Энгия.